Привет всем. Я иду под Челси. По погоде Англии показывает сила ветра 42 пункта. Это практически ураган. Периодически меня сносит просто. Порыв, знаете, такой порыв ветра. Хотела вам сегодня поехать на океан снять. Шторм этот, знаете, Саутгемптон, где Титаник. Откуда Титаник выплывал. Но, к сожалению, рейс автобуса один отменили. Надо было ехать через Бормут с двумя пересадками, платить за каждый автобус. И, короче говоря, два автобуса получается туда, два обратно. И в два раза дороже билет получается. И дорога в два раза длиннее. Получается, что я только трачу 4 часа на дорогу в одну сторону, там часик погуляю. Даже полчаса и обратно. То есть я даже не успею дойти до океана, снять вам Саутгемптон. Поэтому я развернула оглобли. И вот сейчас иду по Челси. Вот впереди вы видите, там, видите, начинается центральная часть Челси, где находятся все магазины. Типа там Тиффани, Картье и прочие. Какие дядечки у вас тут красивые ходят. Жаль, что я, конечно, не сниму океан в шторм. Ну ничего. Я подловлю момент. Видите, эта проблема вот как раз-таки открытие карантина пандемии, да? Когда сначала говорят, что будет рейс, вы покупаете билет, а потом за полчаса до выезда вот автобуса, как у меня, да, сказали, что, ой, извините, там первоначально должен был идти один автобус по маршруту Лондон-Саутгемптон. А в последний момент отменили. Два пойдут. Один до Бормута, а второй от Бормута до Саутгемптона. Поэтому платить надо как за два маршрута. В одну сторону и в другую. Вот вам, пожалуйста. А вот здесь вот кафе Партриджес, который я очень люблю в него заходить, попить кофе, чай. Но видите, столики на улице. И как раз вот отсюда вид на слоников. Сейчас возьмем кофе с пирожным. Просто так. Вот смотрите, какой красивый магазин. Вот раньше у них здесь, в этой части, было кафе со столиками. Убрали. Поставили шоколадки. Так, пирожные. Цены, кстати, приемлемые. Более-менее 3,95. 4,95. Это, знаете, это типа тортилы. Это как омлет, что ли? Да, омлет, наверное. So, give me, please, carrot cake, one. Yes. Вот я беру морковный вот кекс, 2,25. Потом я возьму... Okay, give me strawberry. Strawberry? Oh, just one, looking nice. Беру клубничный, вот этот красный, красивый. Okay, thank you. Thank you. Все, вот. Дали мне, загрузили меня пирожными. Так, идем за кофе и выхожу на улицу пить кофе на улице. Очень хорошо, на ветру, на урагане, шикардос. Американо Блэк Плей. Ну вот, магазин, как вы сами видите, и по ценам, и все. И по красоте рассчитан. Ну, Челси, что вы хотите. Я беру кофе, пирожки. Так, все, идем на улицу пить кофе с пирожными. Как раз напротив слоников. Привет. Сейчас будем дегустировать пирожки. Я очень люблю в это кафе приходить завтракать. Так, эту бяку мы уберем, она нам не надо. Потому что здесь все
Свеженькое, все очень вкусненькое. Так, это вот мне упаковали. Видите, как хорошо морковный. Пирожные, вот, пирожные. $2.25, вот такая вот упаковочка. Все красиво, все цивильно. Так, это сюда. Это клубничный кейк. Вот такая красота у меня здесь внутри. Ветер просто шикарный. До дождя, я думаю, досижу. Вот первый самолет вижу, не знаю, сколько времени. Ну вот как-то так. Ах, смотрите, прям торт. Торт в миниатюре. И стоит он вот этот один 3.35. Ну, как вам сказать? Конечно-таки да. Но знаете, вот я когда выхожу куда-то гулять, я это воспринимаю как вот туристическая поездка. Вы же вот куда-то ездите, ну, явно там не экономите, правда? Вы же выезжаете отдохнуть, экономите, вы дома все время сидите. Вы не думаете, что я такая богатая, что я тут, понимаете, шастаю по всяким там Харадсам и прочее. Это не каждый день. Ну, вот так это все выглядит внутри. Заварной крем. Покрытый глазурью все это дело. Клубничка разрезана пополам и облеплена, горочка такая, по кругу облеплена клубничкой. Вчера смотрели прогноз погоды, такой ветер ураганный, обещали быть часов до 4. Понимаете, даже не погулять. Да, очень вкусно, очень вкусно. Ну, что я могу сказать? За последние 2 дня я посетила довольно много мест. Ну, город начинает, конечно, оживать. Не сравнить, конечно, с тем, что было, когда здесь были туристы. Безусловно, мы надеемся, что они приедут, чтобы бизнес пошел. Но с учетом того, мы сегодня по Евроньюсу передали, что Европа ввела въездные сертификаты европейского образца. Так, кыш отсюда. Голуби надо обогреть. Потом надо, чтобы прививка была внесена еще в лист. Кыш отсюда. Обалдеть, какие наглые голуби, просто вообще. Садятся в наглую, понимаешь, я тут ем пирожное. Я вам скажу, как-то не знаю, я вот, знаете, все, конечно, говорят, что карантин окончился. Но внешне по улице все летит, смотрите, все летит. Но внешне по улице даже не скажешь. Год назад и при наличии карантина такое же количество народа ходило по улицам. Только буфеты были закрыты. Но можно было точно так же купить на вынос, вот так выйти на улицу из магазина. Конечно, жаль, что я сегодня не добралась до океана. Я попробую завтра это вам сделать. Я не уверена, смогу ли я доехать потом до Лондона обратно, понимаете? Вот второй день я ем пирожные под дождем, понимаете, да? Пока иду, дождя нету. Как сяду кушать пирожные, дождь прошел. Так, морковный.
упал. Разбирать не будем. Тут голуби ходят. Так, ну что, надо прятаться, идти в магазин. Начинаются нехилые дождина. Ой-ой-ой. Здесь я уже вся мокрая. Ой. Так, ну что, пошли дальше гулять.